И всем привет, меня зовут Лена Крупина. И сегодня я вновь пригласила Свету, чтобы ответить на вопросы, которые остались у меня и у вас после просмотра первого видео. Комментариев было очень много, так что давайте разбираться и с ними. Ну а для тех, кто пропустил первое видео о питании, то рекомендую начать с него. Там мы начали раскрывать тему питания, но уже потом вернуться к этому видео. Когда мы снимали первое видео, для меня было важнее сказать, что Света сама применяет на себе все знания и что ей это помогло добиться успеха в разных видах спорта. Но я совсем забыла о нашем менталитете и как для нас важны образование и бумажки. Поэтому сегодня начнем с них. Базовое высшее образование у Светланы экономическое. Параллельно с ним она училась на тренера тренажерного зала и групповых программ в местном центре. На этом обучение только началось. В целом, как и в спорте, в обучении Света оказалась фанатиком, которая всегда искала новые знания и тестировала их на себе. Затем она стала повышать квалификацию в Национальной академии дополнительного образования по тренерству, спортивной диетологии и нутрициологии. Последние годы Света проходит обучение у врачей в сообществе «Сила от ума», где обучают специалистов, тренеров и реабилитологов. Также повышает знания в образовательном проекте «Йога-404», где с научной точки зрения подходят к спорту. Я не медик, я отчасти жалею о том, что нет медицинского образования, но тем не менее надо понимать, что тренер медиком и не обязан быть. Мы всегда отправляем человека к специалисту тогда, когда это требуется. То есть нам нужно знать какие-то красные флаги, от которых мы должны отступать и говорить, тебе пока сюда не надо, ты иди к врачу, а там разберемся. Почему я копаюсь в медицинском, почему я учусь у медиков? Потому что это дает возможность более шире смотреть на проблему. Ну а проблемы в питании обычно две. Первая, когда человек просто не понимает, как питаться, как, например, я, и обращается к таким людям, как Света, за помощью и советами, чтобы наладить свою жизнь. И вторая, когда человек уже не может контролировать свое питание, и помочь может только врач. Мы в рамках этой серии видео рассматриваем только первую проблему. Про вторую мы рассказали в первой части, как можно понять, что ты с ней уже столкнулся. Так, отвечая на один из самых частых вопросов про демонизацию продуктов в первой части, хочется обратить внимание, что про продукты мы говорили в рамках вопроса, что можно есть бесконечно и без вреда для здоровья. Конечно, слово «бесконечно» здесь абстрактное, но смысл, думаю, вы поняли. Отвечая прямо на вопрос про демонизацию, Света пояснила, что вообще нет продуктов, которые нужно демонизировать. Этот же сахар демонизировать не стоит. Дело в том, что наша психика к вот этим сверхограничением относится нездорово. Нужно понимать и осознавать, как относиться к тому или иному продукту, что он дает тебе. Я думаю, что все вот эти вот отношения ой, а можно мне хурму съесть? Ой, а можно мне чипсики съесть? Да, конечно, все можно. Все мне можно, но не все полезно. Ты просто, когда какой-то продукт хочешь, постарайся осознанно отнестись к этому. Почему ты его хочешь? Может быть, ты поголодал до этого? Может, у тебя чипсики любимый продукт? Ну, покушай их, в чем проблема? От того, что ты немножко один раз поешь, ничего не случится. Другой вопрос, если ты будешь о них бредить и мечтать каждый день, такой, завтра я поем, и послезавтра поем, и каждый день поем, я буду обжираться, и начинаешь обжираться, ну, у тебя, наверное, какая-то зависимость, то есть тебе уже пора туда, к специалисту. БАДы и витамины. Кому и что нужно, и как во всем этом вообще разобраться? Значит, кому и что нужно, вам ответит, опять же, врач. Врачи прописывают БАДы. У нас есть такие врачи, называются превентивная медицина, которые... Ты ничем не болеешь, но они предотвращают, чтобы ты не заболел. Смотрят дефициты в организме по анализам, то есть все исходя из анализов. Если человек активно занимается спортом, то это не значит, что всем нужно это пить. То есть все равно через врача? Да. И не могу это не сказать, ты потом это вырежешь. Давай. Кал и моча, все для врача. Я не могла не сказать. У меня просто брат врач. Он любит так говорить. У тебя брат врач? Да. Ты с ним советуешься, консультируешься? Да. Блин, это же очень круто. Надо было об этом в образовании говорить. Ага. У меня брат врач, если что, все нормально.
Я все знаю через врача, братача. Братача. Все-таки по поводу БАДов. Очень многие люди просто вот так вот из головы решают, так, все, мне нужно попить вот этого. Так делать вообще нельзя. Так делать нельзя. Очень много рекламы сейчас идет, там никаких каких попало витаминов, там на Озоне, на Валберсе все подряд продают. Неизвестно, где что сделано. То есть лучше вообще, по идее, покупать в аптеке, либо какой-то проверенный товар у каких-то производителях. Они бывают и на маркетплейсах, конечно. Дешево это стоить не может, в принципе, да. То есть витамины за 200 рублей – это вообще очень странная история. То есть за ценой не нужно гнаться, но нужно проверять производителей. Какие БАДы такие, которые не навредят, да, это если ты много занимаешься спортом, то это магний, омега, омеги и цинк. Магний в хелатных или цитратных формах можно принимать на протяжении, ну, как бы all season, круглый год. Цинк курсами. Омега, если человек ест жирную рыбу постоянно, да, то их можно, в принципе, не пить. Но если в рационе рыбы не существует, да, тоже можно круглый год. Различные витаминные комплексы, которые нам там впаривают аптеки. Фигня. Это просто ты будешь ходить в туалет дорого. Но при больших физических нагрузках вот эти все витаминно-минеральные комплексы, их все-таки стоит использовать. Витамины группы В, то есть нужно смотреть по рациону. Человек доедает, не доедает, сколько он мясо ест, сколько употребляет круп, сколько вообще овощей тоже есть, ест. У нас очень люди пренебрегают овощами и говорят, ой, фу, вот это ваши скучные эти овощи. Ну, для нашего кишечника, для вашего кишечника они необходимы. В современном мире сложно составить себе план питания таким образом, чтобы получать все необходимые витамины для организма. Ну а люди, которые ведут активный образ жизни, однозначно нуждаются в дополнительном источнике жирных кислот, которые будут поддерживать кожу, ногти и волосы в хорошем состоянии. Также омегу рекомендуется принимать для профилактики гинекологических заболеваний. Она способствует снижению уровня холестерина, а также обладает противовоспалительным действием. Выбирая омегу, важно обратить внимание не только на производителя, но и на состав. Так, в составе омеги обязательно должны содержаться кислоты ЕПА и ДХА. Также нужно обратить внимание и на граммовку капсул. Она не должна быть меньше 1000 миллиграмм. Так, под все эти критерии прекрасно подходит омега-3 от бренда Vitaminergy. Здесь отличное соотношение полиненасыщенных жирных кислот и высокая дозировка, что, скажу по себе, найти довольно сложно. Приобрести омегу можно на маркетплейсе. Ссылку я оставлю внизу в описании. Будьте здоровы и занимайтесь профилактикой, чтобы потом не пришлось лечиться. К любым продуктам и еде мы можем подойти через понимание гликемического индекса. Гликемический индекс – это показатель влияние углеводов в продуктах питания на изменение глюкозы в крови. Измеряется он от 0 до 100. Для удобства понимания можно распечатать себе табличку по продуктам и ориентироваться на нее. Если объяснить еще более простыми словами, то если у продукта низкий гликемический индекс, то такие продукты более благотворны для всего организма, в том числе для поддержания нормального веса, здоровья большинства органов, а также для бытовых вещей. Так, например, при употреблении низкогликемических продуктов ты будешь менее сонливый, а значит, у тебя будет больше энергии для тренировки. При употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом нам еще и быстрее захочется есть. Тема, которую мы не затронули в предыдущем видео, это крупы. Давайте их также рассмотрим с точки зрения употребления для спортсменок. Крупы, перловка, дикий черный рис, бурый рис, киноа, булгур, но с булгуром там глютен есть, если у кого-то глютеновая непереносимость, то аккуратно с ним нужно быть. И овсянка та, которая от 15 минут варится. Это продукты, то есть это крупы с низким гликемическим индексом. Манная каша вообще 80, то есть это у сахара сотка, но и по микро-макронутриентам никакая пустышка. С перловкой тоже поаккуратнее бы, в том плане, что она тяжеловатая бывает для ЖКТ. Все остальные, то есть рис, вот этот белый, который в роллах бывает, да, он еще в роллах там какой-то
маринована сахарной водой, обработан вот это вот то, что склейкое вещество, это вообще быстрое очень. Ну, то есть высокий гликемический индекс. Овсянка вот эта, типа греча, всякие быстрые каши, греча, она средняя. Но мы ее тоже относим к тем крупам, которые, да, можно хорошо. Количество порций углеводов мы меряем порционность ладошками. Вот наша порция. Белок – это ладонь, кулак – это овощи. А если это листья? Ну, как бы смятые, да. Вот так. Нет, ну, листья же, они такие пушистые. Углеводы – пригоршни. Ну, вот, да. Ну, то есть вот так. И жиры – это большой палец. Количество. Ну, то есть вот количество. Самое простое. Ориентироваться на калорийность, считать калории – это тоже может свести с ума. Я пыталась, это сложно, когда у тебя насыщенная жизнь, потому что ты спешишь, и тебе все посчитать, это очень сложно. Да, это сложно. Ну, и это заморачивает все эти дневники питания постоянно. И если где-то ты ешь, все равно, если ты выстраиваешь свое питание, ты ешь, ну, практически одинаково в плане базы белки, жиры, углеводы. Когда ты в голове выстраиваешь для себя понимание, что такое белки, какие продукты, что такое жиры, что такое углеводы, это все просто становится то. Приходя в магазин, у тебя как-то, как этот терминатор, смотришь на витрины, и у тебя белки, жиры, углеводы, взять, 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 не взять. Еще также вскользь мы поговорили о фруктах. Также давайте разберемся подробнее с точки зрения употребления для спортсменов. Фрукты полезны, но умеренно. Фрукты – это углеводы все-таки, несмотря на то, что там витаминчики и клетчатка все-таки. Кстати, по поводу фруктов, их лучше жевать именно, ну, есть фрукт фруктом, а не соки выжимать, потому что часть жевания – это часть ЖКТ, то есть рот наш, да, когда мы пережевываем, он уже начинает запускать желудочно-кишечный тракт. Наши зубы созданы для того, чтобы жевать, да. Плюс еще перерабатывая, перемалывая фрукты в сок, клетчатка, часть клетчатки теряется, то есть вот те волокна, которые нам нужны. Получается, что этот углевод, который становится еще более как бы быстрым. Сахар оставляем, клетчатку убираем. То есть всякие вот эти смузи и вот это... Это не очень здоровая тема. То есть лучше пожевать? Лучше жевать, да. По фруктам. Есть низкогликемические, есть высокогликемические фрукты. Низкогликемические – это персики, абрикосы, гранат, авокадо тоже туда относят. Яблоки, как ни странно, но это тоже индивидуально, они все-таки возбуждают желудочный сок, пектин. Кто-то с них еще больше кушать хочет, да. Поэтому, ну, тут индивидуально, я думаю, что каждый человек за собой знает, как ему после яблока и хорошо яблоко на перекус или нет. И ягоды. Отнесем ягоды к фруктам, так как они по гликемическому индексу как раз ближе туда. Все ягоды, да? Они да, все ягоды. Да, бананы, они там очень высокий гликемический индекс. Виноград тоже, что у нас еще любят. А, груши тоже хорошо. Ну и цитрусовые наши любимые, грейпфрут, мандарины, апельсины. Тоже средний гликемический индекс у них. То есть, это, можно, да. То есть на Новый год можно мандарины? Да, но опять же, сетку мандаринов съесть, это, ну... Нормально же. Это too much. Ну, в формате праздника вот это вообще абсолютно неверно. Мы все с детства, да, у нас всегда фрукты на столе, все это красиво, и мы все вместе это едим вместе с едой, перемешиваем. Это вообще с точки зрения диетологии просто крайне верно. Раз в год. То есть, ну, раз в год-то понятно, да, но в целом... Два, да. Так жить нельзя. Ну, постоянно нельзя. Да, один то есть фрукты – это перекус. В идеале их бы с каким-то еще там, с чем-то жирным, вот авокадо, он еще плюс, он же жирный. Ну, авокадо с фруктами как-то странно, нет? Нет. Нормально. Я не ела, я обычно с огурцами его ем. Ну, его сложно у нас найти, просто хороший. А ты его просто кладешь, он подгнивает, нормально. Ну да. Еще раз хотелось бы остановиться на любимом сахаре. Важный момент, что сахар делает нас сонливым, если мы не использовали эту энергию сразу. То есть нам по факту не нужно бояться сахара, а либо есть и сразу расходовать то, что он нам дает, либо не злоупотреблять, чтобы не спать весь день, и у нас было достаточно
сил на тренировки и учебу. Что касается стевии, то у нее низкий гликемический индекс по сравнению с обычным сахаром. Ну и еще любопытный факт про тростниковый сахар, который я, по крайней мере, не знала. Если вы приходите в кафе и хотите выпить чай с сахаром, то тростниковый будет более благоприятный, чем обычный. Опять же, из-за того же гликемического индекса. У тростникового индекс 55, а у обычного 100. Так что из двух зол, если есть возможность, выбираем тростниковый. Ну а что же про молочные продукты? Лучше употреблять кисломолочные продукты. Наш организм более адаптивен к ним с той точки зрения, что ферменты в нашем организме, которые могут переработать этот продукт, существуют. А молоко для взрослого человека, ну, есть такие исследования, что оно в большинстве случаев не усваивается или плохо усваивается. Всякие вот эти кокосовое молоко, мандальное. Кокосовое молоко, миндальное молоко – это вообще не молоко. Есть такое даже молоко, не молоко, да? Да-да-да, то есть это реально не молоко? Нет. Просто кто-то это обычное молоко. Ну, это нет, это выжимка. И почитайте составы, пожалуйста. Там сахар в составе и различные ешки чаще всего. И я ничего не хочу сказать и демонизировать. Опять же, есть хорошие составы, но нужно читать составы. Угу. Я не буду сейчас говорить, какое это именно молоко, да, ну там это опять будет реклама, но читайте состав, чтобы там было более-менее чисто. Если вы хотите кокосовое молоко, то берите кокосовое молоко, оно есть вот в коробочках или в баночках с чистым составом, где там вода и кокос. Ну да. Какой-то может быть еще консервант лайтовый, их можно не бояться, но без всяких ешек, они такие есть. То есть это нормальная замена обычному молоку? Да. Так, по поводу комментариев писали, что зеленые овощи и белый белок – это очень скучно. Можешь дать какую-то рекомендацию по тому, как разнообразить эти вещи? Для меня вообще очень улыбают эти комментарии, потому что я не знаю, какой веселой еды людям надо. Это так упрощает жизнь на самом деле. Белый белок и зеленая еда, но окей. Любые овощи, если тебе не нужно сбрасывать вес и нет вот этой… То есть у нас просто получается такой разговор, как бы общо про все, да, у нас вот спортсмены соревнующиеся, и кому нужно ужаться, допустим, да, по весу, а вот люди остальные, которые там просто хотят жить и кушать. Для тех вот отдельно, да, а вот для тех, которые хотят вкусно кушать, они могут есть любые овощи. Но единственное, нужно понимать, что крахмалистые овощи, они все-таки с высоким гликемическим индексом, и то есть мы их выбираем в первой половине дня, там, где мы еще физически и умственно будем активны. То есть болгарский перец, ну, опять же, вся зелень, цукини, что там, помидоры. Все это, пожалуйста, сколько угодно. Но вопрос, опять же, вот порционность, ну… Не вазами есть. Да. Но я, наверное… Но я своим подопечным говорю, что если у кого-то есть проблемы на данный момент с перееданием, если вот сейчас в моменте он хочет переесть, или вечером ему с фильмом, ну вот не может он, ему надо что-то жевать, он от старых вот этих паттернов не может избавиться, надо ему жевать вместо чипсов что-то. Я говорю, вот ты берешь свой тазик чего-то, ну там, берешь пекинскую капусту туда и вот так вот рвешь, морковку берешь колечками красиво ее настругаешь туда. Так, это все раз, какой-нибудь, может быть, чуть специи или там, ну, подсолил и жуешь вот так вот, как кролик, да, ну, надо тебе пожевать. Я, наверное, хотела здесь больше поговорить про разнообразие именно овощей и белков какими-то соусами, специями или чем-то таким. Специи без проблем, это то есть мы тоже читаем составы, чтобы там была только соль и какие-то травы, приправы вот эти без Е. И без глутамата, потому что есть такие и специи чудесные, которых разукрашивают глутаматом. Масло какое-то, еще что-то. Масла любые, нерафинированные, пожалуйста, салатики заправляйте. Бальзамический соус, бальзамический уксус, если желудок в порядке, то можно в небольших количествах. Масло виноградной косточки, я тут даже арбузное масло арбузной косточки купила, очень интересно. Для разнообразия нерафинированные, это все хорошо. Масла нам нужны, то есть жиры для нашего организма, для кожи, для волос, для ногтей необходимы, для эндокринной системы. И есть такой миф, что жиров нужно избегать, на самом деле нет. Нужно понимать, что 80% вашего успеха – это холодильник. То есть… Нужно спрятаться в холодильник. Нет.
Пресс делается на кухне. Когда в твоей жизни есть тренировки, то возможность переесть, она уменьшается. Также еще сон влияет, очень важно сон. А что будет, если ты меньше спишь, чем 8 часов? Во время сна вырабатывается соматотропный гормон, гормон роста, который влияет, ну, часть этого гормона влияет на наше жиросжигание в том числе, на молодость, на качество кожи, волос, на самочувствие. Все должно быть в равновесии. Опять же, мы говорили про это, гомеостаз. Адекватная нагрузка, адекватный сон, адекватная еда. Еще одна цитата из комментариев. Есть можно все, но в меру. В меру. Да. Да, да. Так и есть. Да, да, да. То есть вопрос количества, когда и качество, и понимание каких-то базовых, базовых понятий регулирования, регуляции нашего организма. Что есть что и что для чего. Белок везде у нас существует, да. А углеводами мы уже играемся, куда, где нам нужна энергия, где не нужна. Есть миф, что сладкое до обеда не вредно. Это миф наполовину. То есть мы помним, да, что до обеда в контексте чего? Если это в контексте завтрака, и ты только проснулся и сразу сладким на завтрак закидываешься, то нет. То есть нужно сначала покушать белково-жировую пищу, да, мы помним, там плюс овощи. И только затем, часа через полтора-два, употреблять что-то сладкое. Да, это будет безопасно. Опять же, все через сахар в кровь. Съедая нормальную еду, белковую, мы вырабатываем и инсулин, то есть вот этот отклик на глюкозу появляется как раз через полтора-два часа. И когда мы съедаем быстрый углевод, там, где моментально глюкоза поступает в кровь, уже нет организму надобности вырабатывать инсулин еще, потому что он вот сейчас от той еды выплеск этот сделал, и поэтому это безопасно. То есть страшен не сам сахар, страшны, так скажем, вот эти сахарные качели. Долгое отсутствие приема пищи, потом бах, сладкое латте, конфета, там еще что-то, или банан, бах. Вот. Mm-hmm. То есть вот так вот, ровненько, чтобы было, без качели. Если будут качели, то что? То-то. Ну, в смысле, ну, типа, с чем это? Ты говоришь, что это не очень хорошо. Почему это не очень хорошо? Это не очень хорошо, это не хорошо для мозга, для нашей эндокринной системы, для, опять же, жиросжигания. Вот эта долбежка инсулиновая – это путь в диабет, в инсулинорезистентность, в метаболический синдром. Ну, то есть помимо лишнего веса, да, и каких-то проблем, к быстрому старению. Мой канал смотрят не только дети, поэтому я тоже хочу обратить внимание на один комментарий. Девушка написала, женщина, наверное, уже, написала, что в 20-30 лет легко быть худой, а в 50 появляется обвисшая кожа при таком же питании. Как такие вещи можно предотвратить? И можно ли это сделать с помощью питания? Нужно понимать еще у человека, какое такое же питание. Если, допустим, она сидела всю жизнь, это вообще частая проблема. Я не хочу сказать конкретному человеку, я могу в контексте вопроса только предположить, да, в контексте что человек вопрос. Питался, не доедал белок и питался там супчиками разными, да, и на овощах сидел. То есть одни овощи, это тоже не есть хорошо. А с возрастом количество коллагена, оно падает. Если, допустим, человек, ну, как она жила, как она спала, да, ну, то есть, если организм, допустим, истощился, да, и на эти диеты он уже больше не откликается, плюс с возрастом в менопаузе там весь гормональный фон меняется, понижается, и вот эти все количество эстрогена и тестостерона меняется, и как следствие идет, что и суставы начинают быстрее разрушаться, и кожа, и висеть начинает, да, и вот это вот какая-то дряблость и отсутствие тонуса. То есть у меня единственный совет — проверить общий белок через анализ, посмотреть, что с ним, гормоны половые, и подключить какую-то гормонозаместительную терапию. То есть это делается все уже через врачей, через гинеколога, через эндокринолога. Такие проблемы решаются. С заботой о нас 20-30-летних будущих, что можно есть сейчас в 20-30 лет, чтобы, ну, уже с возрастом не было такого, что у тебя... Да, оно будет все равно. Нужно понимать, что мы все стареем постоянно. То есть... Нужно просто выстроить в своей голове некую схему питания и, так сказать, приучить себя. Но мы же не животные, мы же не тупые, мы же можем делать выбор. Мы же можем делать выбор, как бы, как нам жить и что нам кушать.
никак питание не скорректировать так, чтобы как-то это отложить или еще что-то? Или всякие... Отложить этот момент, это заниматься стабильно спортом, хорошо спать и... Пить протеин, есть протеин. Ну, протеин — это белок, и питаться высокобелковым. Про кортизол я хотела бы добавить. Высокий кортизол, как следствие какого-то, ну, каких-то стрессов, накопленного стресса, в том числе вот это гаджеты, синий свет в глаза постоянно, который включает, активизирует нашу симпатическую нервную систему, которая говорит «бей, беги, замри», ну, то есть активность, да. Высокий кортизол, он тоже останавливает жиросжигание, приводит к отекам. Это гормон, ну, распада. Он у нас должен быть, ну, тоже, но в норме. Если он выше нормы, то тогда организм не даст тебе нужного результата в плане похудения, да, или какого-то хорошего самочувствия. Я бы всем советовала, все, кто не может избавиться от отеков и не может избавиться от лишнего веса, если он считает, что он все-таки грамотно, да, питается и все достаточно сбалансировано, пойти проверить надпочечники и кортизол. Убирать гаджет, если есть проблемы со сном, если есть проблемы с какой-то нервозностью, в том числе и с питанием, с какими-то когнитивными способностями, невозможностью включиться в процесс, внимание держать, концентрировать внимание, то нужно обратить внимание, насколько сильно ты дружишь со своим гаджетом и, может, ты спишь с ним. У тех же, даже у наших родителей еще не было гаджетов и постоянного вот этого синего света в глаза, который дает сигнал в мозг о том, то, что он должен бодрствовать. И когда мы в 11 часов ночи, вместо того, чтобы лечь спать, сидим в телефоне и светим, то есть мы в мозг даем сигнал. Сейчас день, все хорошо, можно не спать. Мы ломаем себе все циркадные ритмы. Должна быть гигиена, вот эта вот цифровая гигиена. Особенно, когда мы кушаем вместе с телефоном, мозг не понимает, что мы кушаем. И ты такой: ой, опять обожрался. Ну, ты отложи телефон на эти 15 минут и спокойно пожуй, дай мозгу почувствовать, что он ест. Телевизор во время еды — это вообще отвратительно. Да. Ясно? Я не психолог, не невролог, да, не психотерапевт, но тем не менее, я думаю, что стоит об этом сказать. Может быть, кто-то не слышал. Вот те короткие видео типа ТикТока. Но их смотреть нельзя. Да, нельзя. То есть нужно понимать, что вот этот скроллинг ленты, он нас обкрадывает таким образом, что мы получаем дофамин, вот этот вот гормон счастья, радости, удовольствия, получаем удовольствие от быстрой, ну, то есть мы вырабатываем не там, где надо, и когда он нам может понадобиться в какой-то работе, для достижения каких-то результатов, там, после тренировки, мы его этими короткими видео просто истощаем. То есть это такой дешевый дофамин, его называют. Есть такой стереотип, что генетику не обманешь. Так ли это? Я думаю, что это не стереотип, генетику не обманешь. Кто-то склонен к мышечному набору, кто-то склонен наоборот. То есть люди все разные, да, разных типов. То есть обычно три типа выделяют: эндоморф, эктоморф, мезоморф. Но обычно это смешанные чаще всего типы. Ну, то есть от этого никуда не деться. От этого никуда не деться, да, это можно. Ну, вот нужно просто научиться принимать. Да. Я советую принимать себя, принять. Вот, например, у меня большие ноги. Ну, для. У меня тоже. Такие, я бы не сказала, не стройные, да. Хотелось бы там всегда худее, да, или как-то всегда вот проблема там при похудении было, ну, при сушке, да, когда ты там ужимаешься, всегда последние ухудели ноги. Ну, вот они такие, они у меня у мамы такие. Куда от них, никуда не денешься. Приняла себя, да, и все, что мы можем сделать, их красиво оформить. Ну, пусть будут у меня красивые такие вот ноги. Просто нужно полюбить себя, свое тело, свои данные. Вот тебе Богом дана вот эта конструкция, и она идеальна. Мы все идеальны по-своему. И какие-то усовершенствования мы делаем из того, что мы имеем. Не надо хотеть, как там у того. Ну, ты знаешь, я всегда говорю, все хотят растяжку, как у Кабаевой, но никто не хочет боли в спине, как у Кабаевой. И еще вопрос. Мне очень часто в комментариях, вообще под любыми видео, пишут про то, что мне столько лет, и я вешу вот столько. Нормально ли это? Это вообще очень странно приравнивать возраст к весу.
вопрос, наверное, все-таки роста человека. Пишут про возраст, но про рост тоже бывает. Я бы хотела, чтобы вот ты ответила на этот вопрос. Это нормально, что они так спрашивают, потому что это, опять же, навязано тренерами. Но, ребят, не спрашивайте, потому что это никак не связано. Это никак не связано, и это вообще от этого нужно отказаться. Я думаю, что, может быть, тебе как бы активно какую-то эту пропаганду вести, чтобы, может быть, и тренеры услышат. То есть важнее, как-то менять, просто мы обсуждали с тобой как-то это уже, что это вот так вот как бы как цепочка такая, родовая цепь идет, что тренер, воспитавший тренера, тренер, воспитавший тренера, и каждый раз вот эти ограничения, вот это постоянно на весы, вот эта долбежка психики, не у всех она выдерживает, да, и кто-то с собой это в жизнь уносит, вот эти переживания все. По поводу веса, нормально я вешу, ненормально, беготня на эти весы вечно. Из этого как-то нужно выходить. Ну, то есть это какой-то гестапо просто. Гестапо художественной гимнастики. Это я понимаю, что всегда дисциплина. Это, спорт – это дисциплина. Вы выбрали этот, вы выбрали, да, профессиональный спорт, вы выбрали это. Вы должны быть дисциплинированы. Самодисциплина. Но как-то можно без перегибов. То есть на кого-то этот метод действует, и психика гибкая, она справляется, да? Но большинство ведь нет, потому что вот столько было страшных вообще каких-то комментариев даже, да? Вот эти вот все проблемы, все, ну, РППшные. Ну что, я надеюсь, что мы максимально подробно рассмотрели вопросы о питании, и эта серия видео окажется для вас полезной и поможет с регулированием важной части жизни для каждой гимнастки и обычного человека. Ссылку на Свету я оставлю в описании на случай, если у вас остались к ней вопросы. Я просто много думала, как можно подвести людей, для которых мы вещаем какой-то, ну, концентрированной информации. И из всего возможного выбрала, я принесла просто показать даже книгу, которая вообще отвечает, ну, названием на все вот, ну, вот эти наши вопросы, да, как жить хорошо. Это «Ешь, двигайся, спи». Этот человек мне не заплатил, но тем не менее эта книга мне отозвалась. Тим Рад. Это не врач, он исследователь, исследует разные медицинские статьи. Он столкнулся в 16 лет с проблемами со здоровьем и начал свой путь прямо вот с юных лет исследования, как улучшить свою жизнь. Он, в общем, перелопатил кучу информации по поводу организма и все это собрал вот в одну книгу. Книга небольшая, читается легко, там короткие такие главы. И он все рассказывает. Спасибо тебе огромное. Очень рада была тебя видеть у себя на канале. Надеюсь, не последний раз. Спасибо. И всем пока-пока. И всем пока-пока.